жизни, почему одни люди успешны, другие нет. Те, которые стали успешны, они выбирают, что важнее, а потом для этого находят время и деньги. А другие, они что говорят? Я пока это делаю, потому что деньги, время нету пока. Попозже подумаю об этом. Они выбирают из того, то, что сейчас на него имеет доступ. Силы хватает, деньги хватает, время хватает. Они начинают выбирать так. Соответственно, к чего-то большое, к чего-то великое, у них так и ни время, и деньги не появится. Поэтому, чтобы жизнь не потратить на мелочей, нужно сначала выбрать, что важное тебе, и для него найти время и деньги. И цели тоже сами, стратегические цели, о которых мы говорим, не думать о деньгах, выбрать, что важно делать, когда мы поняли, что это надо, а потом под него работать, чтобы находить деньги и время, и все. И потихонечку получится.